Я последний доложил. Что там? А, ясно. Ну, мы взяли с собой все самое необходимое, теперь можно в путь. Блять, что вы там взяли, нахуй? Все самое необходимое, главное. Так, а конкретно? Встань. Это мое место. Мне конкретно важно. Нам удобно. Все, подожди. Все, будет проверка. Ёб твою мать, я сейчас всю эту... Опа, чё такое? А где его? Не знаю. Он торчит. А, вот он торчит. Бля, убирай нахуй свои эти никсы, блядь. Сосиски оставь. На Ctrl можно зажать и нажимать. Поебай. Выкрутился. Все. Ну вот один выкрутился. Бля, ты просто все в говно нахуй. Землетрясение, блядь. Ща. Живого места от двери не предел.
Все, теперь это их дом. Они сдохли. Че? Там сдох один гоблин. В смысле? Ты что сделал? Они сейчас все. Сейчас тут дерево не свой построит. Сейчас сдохну от смеха. Я не могу, а еще. Поставить 5 минут. Да, да. Все, все разъебано. Я просто не хотел посмотреть на твою реакцию. Ты просто там стоишь, что ты делаешь, там просто орда прыгает. Максом просто. Можно дохнуть. Поебай. Кто это наделал? Это не я. Они просто лежат. Они просто, наверное, друг друга жрали. Блин, это просто побои. Друг друга жрали. Конечно, малины-то нету. Ну ё-моё. Вот тебе будет чем заняться.
просто нет. Ты можешь нас... А то мясо есть. Так, светлая вам память. И то, что за душой дороже, чем все твои Прады и Гуччи. Ты можешь быть одет с иголки, но характер не купишь. Делать музыку навечно и никак иначе. Что-то модно, но я всем этим не озадачен. Какие к черту панчи? Ты оглянись вокруг, здесь и без этого есть о чем сказать, мой друг. А проблемы так и тянут нас ко дну, но дождь смоет все, о чем болело мое.